Привет, я Оля Любимова, мне 32 года, я актриса. Моему росту 73, одежда 42, обувь 38. В 2016 году я окончила Академию театрального искусства на Маховой мастерской Сергея Дмитриевича Черкасского. У меня хороший опыт в кино и хороший опыт в рекламе, я много снималась, и я умею работать с камерой. Удивление, отвращение, страх, радость, облегчение. Фу. Спасибо, мы вам позвонили. Спасибо.